В этом году игроведу исполняется 7 лет. Весь июль мы проводили розыгрыши и дарили подарки нашим покупателям. Но сегодня, 31 июля, мы наконец разыгрываем главный приз – огромный шкаф, полный настольных игр. И номер победителя… Поздравляем! Алло? Алло, здравствуйте, простите за беспокойство, а могу я переговорить с Егоровой? Вот, к сожалению, не знаю имени. Да, это я. Наталья, Надежда, как к вам можно... Наталья. Наталья, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я сотрудник магазина «Игровед», и немножко у вас времени отниму, хотел сообщить вам приприятнейшую, надеюсь, новость. Вы стали победителем нашего месячного розыгрыша акции «Шкаф игр», в котором... порядка 100 наименований игр, ну и, собственно, сам шкаф вам тоже будет предоставлен на все вкусы, на любой цвет, как говорится. Что касается технических деталей, мы с вами отдельно это обсудим, доставка осуществляться за наш счет. Вам единственное надо будет подготовить только место в своей квартире для этого шкафа. И я... хочу еще также сказать, что сегодня у нас день рождения у нашего магазина, и очень приятно, что совпало. Не случайно это совпало, признаюсь честно. Вот. То, что мы вам дарим этот подарок, что вы победителем стали, и что у нас сегодня день рождения, два праздника, так сказать. Поздравляю вас с днем рождения, спасибо огромное. Спасибо. Мы с вами, Наталья, еще раз свяжемся в течение, наверное, ближайшей недели, и уже... Да. Судим технические детали, как мы будем вставлять и в какой день этот шкаф. Хорошо. Еще раз поздравляю. Еще спасибо огромное. Я вас тоже поздравляю. Спасибо. 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 До свидания.